устали играть в догонялки с зарплатой? Догоним! Отличные наличные, займы до зарплаты. Олимпийский десант ЦСКА снова в Туве. Так, накануне в аэропорту республики приземлился военный борт с олимпийскими чемпионами и мастерами спорта международного уровня. Мы вас сразу принимаем в участники спортивного десанта. Мы вам дарим календарь, таких всего 100 штук в стране. Напомним, спортивный десант в Туве уже во второй раз. Главная задача мероприятия – это встреча звезд спорта страны с юными и перспективными спортсменами республики, также совместные тренировки. Как говорит Наталья Клюкина, мастер спорта международного класса, участница Олимпийских игр в Лондоне и Рио-де-Жанейро, она уже готова делиться с тувинскими детьми своим опытом. Мы приехали сюда для того, поделиться опытом, чтобы рассказать миру, что такое плавание, что изменяется, какие есть инновации, как можно научиться плавать легко и как получать от плавания удовольствие и также поделиться многочисленным опытом, сколько у нас было возможностей попробовать на себе, и теперь наша задача поделиться со всеми. Поделиться своими знаниями у спортивного десанта в Туве есть все шансы, ведь спортсменов в республике ожидает действительно насыщенная программа. Завтра утром они уже выезжают в Югурский Кажун и начинают там уже с 10 утра уже начинают там мастер-классы. Далее, после обеда они уже будут в Барухемском Кажуне и в городе Агдувраг. Там они в Агдувраге и в Баруме ночуют, а рано утром уезжают в город Чадан, охватывает Дудкемский Кажун и Улхемский Кажун. И потом они 15 числа уже показывают мастер-классы в городе Кызыле. Как говорит Иван Кувырзин, помощник командира 41-й общевойсковой армии, его, на этот говоря, раз в рядах спортивного десанта много борцов самых разных стилей. Значит, и два борца греко-римского стиля. Это двукратный чемпион Европы, бронзовый призер чемпионата мира, заслуженный мастер спорта Адам Курак, который в нашей спортивной роте проходит службу, и мастер спорта международного класса, многократный призер и чемпион России, чемпион мира среди студентов Евгений Богомолов, мастер спорта международного класса по греко-римской борьбе. Поэтому у нас, помимо, так сказать, дележки опытом, еще есть такие свои меркантильные интересы, потому что вот на территории республики греко-римская борьба не представлена. Вот мы от нашего старшего товарища Александра Александровича Карелина получили задачу, чтобы эта борьба в следующем году начала свое развитие на территории республики. В Туве спортивный десант пробудет 4 дня. Заключительный день пройдет в Кызыле. Так, 15 ноября в спортивном зале ХРЛ, в спортивном клубе «Мангулек», также в плавательном бассейне Тувинского государственного университета пройдут мастер-классы по разным видам спорта со звездами спорта страны. Глава Тувы Шалбан Карол принял участие в церемонии передачи новой спецтехники пожарно-спасательным подразделениям регионального управления МЧС. Я совершенно недавно встречался с высшим руководителем вашим, с министром МЧС, генералом Зиничевым, и как раз обсуждал тему по поводу материального оснащения нашей пожарной техникой, спасательной техникой. Я хотел бы всех вас поздравить с этим событием. Пожарно-спасательным частям Кызыла, Кызылского и Барунхемчикского районов передали автоцистерны. По снегоходу получили подразделение Агдавурака и Чадана. Вся техника подбирается с учетом условий с прицелом на высокую проходимость, чтобы можно было добраться до любого труднодоступного села, пробиться к любой чабанской стоянке. Кроме автоцистерны и снегоходов, спасателям были вручены 80 дыхательных аппаратов «Омега», которые позволяют пожарным безопасно для здоровья работать в задымленной и загазованной среде, где обычные противогазы бесполезны. Как сообщили в управлении МЧС Тувы, в этом году в подразделение противопожарной службы поступило техники специального снаряжения на сумму около 43 миллионов рублей. Кызыл, встречай! Гиббоны, лемуры, мартышки, а также туканы и большие попугаи Ара ждут вас на выставке «Мир обезьян и попугаев» в Национальном музее. Для любимого смартфона только оригинал. Сервисный центр «Просто» – это оригинальные аксессуары по удивительно низким ценам. Качественный ремонт смартфонов и ноутбуков. Кочетова, 49, второй этаж, первый павильон. Компания «Вятский меходелка» вновь в Кызыле. Покупай шубу и участвуй в розыгрыше немецкого автомобиля. Рассрочка до 3 лет без переплаты. С 13 по 19 ноября в ЦУМе.
мужчины подозреваются в совершении двойного убийства. 11 ноября этого года в полицию Лухемского района поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир города Шагонар мужчины и женщины 39 и 37 лет с признаками насильственной смерти. По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Республике Тыва возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом А части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это убийство двух лиц. Благодаря грамотно проведенным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям установлено, что к совершению данного особо тяжкого преступления причастны двое жителей города Шагонара 25 и 26 лет. По версии следствия 11 ноября текущего года после 7 часов в доме по месту обнаружения тел сожителей они распивали спиртные напитки с молодыми мужчинами, и в ходе совместного распития между ними возникла ссора, в ходе которой подозреваемые совершили убийство потерпевших. В настоящее время подозреваемые задержаны. По уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий. 10 ноября этого года около 4 часов утра на улице Рабочая сотрудниками госавтоинспекции была остановлена автомашина марки УАЗ. В ходе проверки документов и досмотра салона и багажного отсека автомашины инспекторами были обнаружены изъяты 3 разделанные туши сибирских диких косулей и охотничий карабин. Помимо 34-летнего водителя, в салоне автомашины находился 39-летний пассажир, мужчина, житель города Кызыла. Полицейские установили, что граждане перевозили мясо диких животных без каких-либо сопроводительных документов и разрешения на охоту. Разделанные туши сибирских косулей автомашины были изъяты и доставлены в дежурную часть полиции. Образцы изъятого мяса направлены на исследование, по результатам которого сотрудниками полиции будет принято соответствующее процессуальное решение. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки подвела предварительные итоги исследования компетенции, в котором участвовали 22 тысячи педагогов из 67 регионов России. Результаты оказались неожиданными. Почти половина учителей математики не справились с работой по математике. С русским языком все несколько лучше. Неудовлетворительный результат показали около четверти сдающих. Лучшая объективная оценка, чем высокая, оторванная от реальности, комментирует глава Рособорнадзора Сергей Кравцов. Предварительные итоги исследования Сергей Кравцов подвел в ходе общественно-профессионального обсуждения новой модели аттестации учителей. Она будет основана на единых федеральных оценочных материалах, сокращенно ЕФО. В них входят задания не только на знание своего предмета, но и умение решать методические задачи, оценивать работу учащихся. 22 тысячи педагогов-участников исследования этого года выполняли работы по нескольким предметам и областям. По результатам апробации ЕФО с работами по математике и информатике, основам духовно-нравственной культуры народов России не справились почти половина участников исследования. По истории экономики России в мире, русскому языку и литературе получили неудовлетворительно почти четверть учителей. Наиболее успешно педагоги справились с обществознанием и правом. А самый высокий уровень подготовки показали преподаватели родного языка и родной литературы. В рамках проведения Всероссийского дня правовой помощи детям в период с 14 по 19 ноября 2018 года в школах, профессиональных училищах Кызыла будут проходить мероприятия. Это лекции, правовые игры, посвященные указанной дате. В частности, в учебных заведениях республики, также в детских домах Кызыла, районных администрациях. 20 ноября 2018 года с 11 до 15 часов откроются пункты приема граждан по вопросам реализации прав детей, в том числе по вопросам опеки, установления, взыскания алиментов, решения жилищных вопросов. В районах республики прием граждан будет идти и в администрациях, органами опеки и попечительства. Вопросы можно также задать по телефону доверия 8 800 2122. Национальный театр Тувы объявляет республиканский конкурс драматургов на создание пьес для детей и юношества. Работы принимаются с 1 ноября до конца года. В конкурсе могут участвовать как профессиональные, так и начинающие писатели, драматурги Тувы. Произведение победителя будет передано в Национальный театр Тувы для дальнейшего включения в план постановок. Основные требования к конкурсным работам. Пьесы должны быть на тувинском или на русском языках, адресованы детско-юношеской аудитории или направлены на профилактику асоциальных явлений. Принимаются только новые драматические произведения. Как отмечено в положении, новогодние сказки на конкурс не принимаются. Итоги конкурса будут подведены 10 января 2019 года и будут объявлены на официальных сайтах Министерства культуры и туризма Тувы. С
сделать женщину счастливой очень просто. Достаточно преподнести элегантное украшение для предстоящей зимы – шубу из натурального меха. Выставка продажа «Знатные меха» приглашает всех кызылчан и гостей столицы на большую ярмарку меховых изделий. Торговый центр «Меридиан», второй этаж по улице Ленина, дом 50. Невероятный ассортимент. От такого выбора нетрудно и потерять голову. Более 1000 моделей шуб из норки, лисы и мутона. От классики до авангарда есть и длинные, и укороченные модели. И шубы-трансформеры от 40 до 64 размера. Качество всех меховых изделий на выставке приятно удивит даже самого требовательного покупателя. Все шубы сертифицированы и неспроста, ведь качество, как уверяют производители, это первый и главный аргумент для совершения покупки. Кстати, о покупках на выставке «Знатные меха» вы можете примерить, выбрать и купить понравившуюся шубку без опасения разорить семейный бюджет. Цена проблемой не станет. Здесь любой товар можно приобрести. Нашла шубу своей мечты, пойду оформлять ее в кредит. Для этого мне нужен только паспорт. «Знатные меха» знатно радуют. Все доступно, все качественно и все с гарантией на каждую шубу. Один год. Приходите, выставка продажи работает с 12 ноября по 18 ноября. Торговый центр «Меридиан», второй этаж, ежедневно с 10 утра и до 19 часов вечера. Займы под залог авто. Высокая оценка. Быстро и выгодно. Без справок о доходах и скрытых комиссий. 8-963-209-7000 ровно. По республике ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, ветер северо-западный 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12-17. В Кызыле переменная облачность без осадка, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью -21, -23, днем -12, -14. На дорогах гололедица. За правильными деньгами в правильные займы. Для новых клиентов выгодные предложения. Телефон 595 555.